also helps himself to too much of a tip, though. He does. Точно, всем привет! Приехал сегодня в Дахаб. Сейчас продвигаемся до пляжа. Это начало Дахаба, точнее, конец Дахаба со стороны Нью-Эйбы. То есть там дальше Шарм. Сегодня меня Хелен привезла, она по делам приехала, и я тут решил тоже прогуляться, посмотреть Дахаб получше, потому что тогда мы приехали поздновато, и как-то не удалось нам нормально посмотреть Дахаб. Смотрю Дахаб, узнаю по ценам, приценюсь, что здесь до чего, чтобы понимать, сравнивать цены в Нью-Эйбе, в Дахабе, ну и насколько здесь либо наживаются, либо не наживаются, насколько задирают для туристов цены. Дахаб славится тем, что здесь все время море, ой, все время ветер. И говорят, что Дахаб открыл русский чувак. Когда сюда приехал, увидел, что здесь все время волны, он виндсерфер. И в итоге с того времени Дахаб развивается и развивается. Но здесь мало очень пляжей, то есть здесь, как сказать, нету пляжа, можно так сказать, камни. Вот. Но здесь море очень красивое внизу. Показывает, как бегутся эти лепешки. Залетает вот такая машина. Поэтому они такие дешевые. Все быстренько. 2 секунды и все готово. И все, и упаковывают здесь. Такие пляжи в Дахабе. Вот, мы видим, что такой так себе песочек и камни. Тут есть, в принципе, дешевые. Можно сказать по ценам, да? Тут есть дешевые отельчики, мотельчики. То есть, в принципе, реально можно за 150 паунов здесь взять комнату в день. Так что вот так вот. Всем привет! Сегодня у нас какое число? 8 апреля 2018 года, да? Макси кушает арбузик. Мы находимся в Египте, в городе Нью-Эйбе. Мы сейчас все... Леша подарили телефон, Тима реанимировался, и мы делаем сейчас семейный флешмоб по съемке видео своих видеоблогов на своих каналах. Вот. Ну, вот, а это видео на нашем канале на основном. Так что вы можете, в общем, когда посмотрите это видео, можете заходить на все наши каналы. Все ссылки на наши каналы на нашем канале в каналах. На наш, в общем. Это просто обычное видео, которое я делаю обычно. То есть у меня сейчас добавится работы, помимо того, что мне нужно делать видео, как обычно, на наш канал. Семейные путешествия. Мне придется еще делать свой видеоблог. И еще, наверное, Макса видеоблог, да? Макс, или ты будешь делать Макса видеоблог? А? Я? Да. А у меня работы нет, да? Все, что я делаю, я делаю. Да, Максик? Да! Мы кушаем арбузик. Пошли арбузики уже здесь. В принципе, 2 недели назад были первые арбузы. Здесь, в Египте, уже хорошие. Но потом все раскупили, они на неделю пропали. И сейчас опять появилось, сейчас их много уже. И сейчас с каждым разом будет все больше и больше. Ну, в общем, вот так вот. Всем хорошего дня. Кушайте арбузики. Так мы сдаем математику. Паша, вот так мы сдаем математику. За 3-й, блин, класс. Мама, мама учила. Мама учила, мама сдает. Леша играет. Будем класс. Да это шутка, да? Леша все знает, Леша умный. У него даже за ухом карандаш. А за окном у нас море и пальмы. И Макс тоже учится. Видишь, какой Леша молодец. Надо считать в уме, правильно, Леша, считай. Сегодня у нас вечер.
Максику полюбилась гуава. Да, Максик? Да. Мы сходили в магазин вечером, купили продуктов. То есть вот это то, что здесь на столе. Масло где-то было. Да, уделал. Масло. Помидоры и... Плюс еще помидоры. И все. Зелень. А, и зелень, да, пучок зелени. Все это вышло у нас 450 рублей. Пучок зелени, кстати, 130 рублей на день. Да, 3,5. Всем привет. Сегодня у нас 25-е... Ой, 28-е апреля 2018 года. И мы идем на завтрак на нашу кухню. Да, Максик топает. Вот, с нашего номера. Кухня у нас находится посередине пляжа. Вот здесь вот. Тима пораньше встал, чтобы приготовить нам orange fresh. Да, Тима? Это была десятка? Да. А? Нет, не прямая еще. Вот. Моя селфи-палка! Селфи-палка Тимина, да. Мы начинаем пользоваться селфи-палкой, чтобы у нас видео было более обширно. Значит, вот это вот вид у нас из наших пляжей. Вот такой вот. Сейчас надо открыть его. Макс пришел за соком. Он там... Ай, ай, давай, давай. Да? Во, во, во. А здесь он трубы не перелез? Угу. Дай мне телефон. Ай, ветер, ебайка, пестоль, пестоль. Кабуль, кабуль. Аргентина, ебайка, пестоль. А что мне говорить? Пестоль. Пап. Мы здесь работаем, выгружаем видео, снимаем эфиры. Максик у нас гуляет по пляжу. Скоро сам начнет тоже брать в руки телефон и снимать свои эфиры. Второй завтрак. Мы немножко поработали. И сейчас сварилась кашка гречневая с вкусным салатиком. Пока мы сделали все видео, начинаем выгружать, делиться им. Вот таким вот образом мы сейчас будем завтракать. Итак, ну посмотрите на меня. Куда вы идете? Купаться. Тима, скажи, куда идешь? Да, смотреть кораллы и рыбок. Тут вот у нас риф небольшой рядом с пляжем. Да, пешком до него дойти можно. Когда бывает.